Начали. Я виноват. Прости меня, мой мальчик. Прости. Прости. Стоп. Отлично снято. Браво, браво. Камера хорошо двигалась. Замечательно. Рами, спасибо. Сейчас на тему выставляемся то же самое, но уже так. А мы сейчас точку меняем, да? Да, точку сейчас меняем, да? Туда. Ага, обратно это, да? Тимочка, да. Ты запомнил свое место приблизительно, да? Это как бы я для себя защищаю мое мнение, или я просто правда хочу. Огонь близко не проходил.
Мама тебе тут. Мара! Хорошо было. Последний два хороших. Что-то смущает? Что? Жужу, жужу. Ничего. Давай, давай, лапу. Секунду дайте. Готовый! Ну быстрее. Начали! Даза? Стоп! Просто новый, если тебе новый. Ну, ты можешь. Да, да. Так остается здесь? Ну, за стоп. Да, вот херах это, аба. А чулай, после. Чуть-чуть повыше. А мы тебе, а чё могут? Тебя что смущает, Бако? Я смущаюсь то, что это очень трудно, и мы не успеваем. Надо сюда тоже предоприз сделать за деньги. Предоприз сюда прикрыли. Там же между родителями пульты. Мы все аплодировали тебе, потому что это надо было делать и технически, и психологически, и эмоционально. Но я никогда не пойму, когда господин Долгин шутит, когда... Когда поймешь, серьезно. Ты будешь работать у меня в театре. Иншаллах. Спасибо, спасибо вам. Я, конечно, благодарен Ильгару, что он доверил мне вот такой важный персонаж, важную роль, главную роль. Главную роль, потому что это я несу очень большую ответственность. И если я чем-то так порадовал режиссера своей работой, я просто глубоко счастлив.